Так, куда мне положить? Наверное, положу баночки, стекляшки сюда. Зелье. Зелье лечения пригодится. Запас сил. Складировать. Половину положим. Слабое зелье лечения. Магию. Яд обморожения. Надо тратить. Слабое зелье лечения. Триста пятьдесят шесть. Ах ты, перевес. Полный. Полный перевес. Сумочка, так, ингредиенты. Триста пятьдесят два. Давай-ка эти броньку дам. Я тебя прикрою. И мы пойдем продадим. Я с радостью понесу твою ношу. Две мерзкая броня. Две штуки у меня. Весело. Ерунда, конечно, броня. Тогда пойдем. Пойдем продадим. Текс. Приветствую тебя в доме воительницы. Стой. Пусть название тебя не смущает. Я тебя прикрою. У нас и для воителей найдется все, что нужно. Я с радостью понесу твою ношу. Вещички. Дымерская броня. Веди. Тобой приятно иметь дело. Давай. У нас и мелкое оружие есть. Погляди. Давай. Имперский лук убывания. Орочий кинжал туда же. Одежда. Двемерская. Так. Туда. Шлем, щиты, сапоги, кожаные сапоги качественные, ламеллярный, сыромятный, так, все, шлем братьев Бури. До встречи! Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара.
Тыкс, продадим. У меня для всех найдется что-нибудь. Все продаем. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Туда золотое с самоцветами. Серебряное. Сыромятный шлем. Разное. Отмычек 110. Заходи еще. Отлично. Так, отнесем этой барышне. У тебя усталый вид. В горцующей кобыле можно остановиться. Барышне отнесем кустик. Боги улыбаются тебе, друг. Я рад. Тик. Стоять. Сок великого древа у тебя? У меня с собой побег великого древа. Но что же будет с моим храмом без людей, которые хотят поклониться Златолисту? Разве такое крохотное деревце сможет привлечь паломников? А то. Морис сказал, что возрождение лучше поддержания жизни. Какая... Ах, да, конечно же. Когда слышишь только голоса толпы в храме, трудно бывает услышать ветер кинарет. Смерть питает новую жизнь. Я уверена, со временем этот побег превратится в новый Златолист, который укроет собой весь город. Спасибо тебе. На здоровье. Так, мне бы хотелось взять у тебя пару уроков магии восстановления. Я с радостью поделюсь с тобой знаниями. Давай. Так. Ага. Магия восстановления у меня на 18 левеле. И я уже почти мастер в том, что она знает. То, что она может меня обучить. Один левел остался. Хорошо, 230. Покупаем. Все, больше она ничего не может преподать. Хорошо. Да благословит тебя Кинарет. Так. Исцелимся. Как же больно. Приветствую. Ага. Так, что у нас тут? Еще есть. Ничего. Так, надо убить главаря бандитов. В последнее время я из жрицы превращаюсь в целительницу. А ты за мной вышла. Забочусь о тех, чье тело и дух пострадали в этой ужасной войне. Понятно. Это не что его. Спилят. Побега, это значит, что Златолист снова оживет. Они его что, спилят? Спилят или посадят прямо здесь рядом? Златолист. Так, все, тогда сбегаем. У нас вот тут. Лагерь Тихих Лун и Кемату. Ну, сходим сюда сперва. Так, что у нас? 9 утра. Я всегда оставляю немного себе, когда их привозят. Не распускай руки, воришка. Какой поток движения. Так, что, все? Все. Погнали, наверное, домой заходить не будем. Так, а что у нас тут? Мы можем пешком пройти? Лагерь Тихих Лун. Пробежимся пешком.
Побежала по кругу. Побежала вокруг. Так, Салини. А, ну во. Крапивник у меня не забрали. Крапивник не забрали. Олени в рассыпную. Ага. Старые знакомые. Так, это один. Два. Три. Так, два. Один. Тынц, тынц, тынц. Тынц, тынц, тынц. Так, а где это у нас? А, вот мы на него и бежим. На него мы-то и бежим. Заяц побежал от краба. Крабище. Хоп. Хоп. Да ты чё, братан? Чё ж ты попался? Я даже не успел. Тут было железка. Серебряная. А-а-а. Скребется кто-то сзади опять. О. Две в одном. На одном месте сразу держила. Клешня. Я тебя уничтожу. Бедолага. Даже клешню оторвало. Нету клешни больше, все. Так, мы здесь на поверхности всех зачищали, помню. А внутрь не ходили. Ясненько. Сохранимся. Так. Мы сюда не заходили. Не понял.
Тут что, кузня? Бочки, лососик. Так, а вход у нас? Сам объект как бы наверху, а вход, вход там. А что здесь? Лагерь тихих лун. А что там? Ну чего, ты стоишь сзади? Так, это ворота. Никакой нажималки нету. По забору как-нибудь. Так, а что? Что здесь за кузница? Работают люди. Вот, здесь проход есть. Волчара. Не допел свою песню. Волков развелось. А, это люк. Люк в полу. Люк Скайуокер. Лунный железный боевой топор. Бочка. Ну, бочки, как обычно, помидошки. Помидорчики и огурчики. Да, вот огурчиков, конечно, жалко, что нету. Так, крепкое зелье. Железная броня. А где ты? Подруга, ты куда сиганула? Ты осталась там на этом самом? Ну ладно, я вниз. А вот открывашка. Весело я спрыгнул. Это она там за забором спрыгнула и вокруг оббежала. Прикольно. Так, сундучок. Нет, она где-то бегает. Сундучок, золото, слабозелье, орочи, боевой молот. Так, открыть и впустим. Впустим своих. Где ты? Чудо. О, несется, сломя голову. Смешно выглядишь с этим топором. Так, ну что? У нас тут люк наклевывается. Пойдем. Пойдем, пойдем. Подвальчик какой-то. Главарь. Че, он в подвале, что ли? Должен быть в главном здании. За дверью. Так, чесночок, потырим кролика. Батя сказал, иди в коллегию. Сказал, используй мозги. Надо прятать. Будто бы я знал, про какую коллегию он говорил. Коллегию бардов, конечно. Так, отраву подкосил. Копейки. Надо было догадаться, что она придет. Сказала, будет меня ждать. Но, никогда не ждут. Жареная рыба, кувшина. Кувшина нельзя взять. Тут ничего нет? Ничего. Так, сундук. Это ему плохо стало. С
слиток, золото, отмычки 5. Вот это классно. Две тройки. И о чем он только думал? Переворожение. Я так и не увидел, как я достал туза из сапога. Это что, лунный стальной меч? Ну, продадим. Так-то... Золота вечно не хватает. Так-то ерунда. Один хороший рейд. Так, ну что? Говорю, просто отдай золото. А он разве послушал? Нет. Они вечно сопротивляются. Жила-была дева прекрасней заката весной на старинном Стросмкай. Интересные диалоги такие, не хочется даже мешать ребятам. Ладненько, все, наготове, открываем. Морг выпил 3 пива, рыгнул некрасиво. Ага. Эльфу прощай. И стрельба до 51 поднялась, хорошо. Но чей-то закончился рай. Чей-то рай закончился, это точно. Что ты берешь? Что ты берешь? Не то. Убей его, он снова говорит мне. Так, там босс. Подстереги его. Там босс. И он может быть сильным. Отрави ему ужин. Посмотрим, как корчится. Ух ты. Двукратный урон. Отлично. Тихо, кто там? Отлично. Хотела ножичком подрезать. Так, грибочки. Пока никого нету, бочки не будем смотреть. Так, бандит. Золото, отмычка. Сыромятки, сапоги. Для торговца все сгодится. Клепанка. Железные стрелы. Так, а какие я использую? Древненордская стрела. Так. Потому и урон хороший. Под лунами наносит противнику 15 единиц дополнительного урона от ожога. Хм. Только ночью воевать с ним. Топор то же самое. Ну ничего, продадим. Так, где мои железные? 19 штук надо выкинуть. Древняя нордская 10, а это 8. Потратим их. Так. Есть еще кто-нибудь? Ну ты топать, слушай, в железной броне. На нас потолок не обвалится. Так шумит. Так, лежаночки. Это я ползу так. По вот этим кожаным витку. Черпанем. Так, а что, никого больше нету? Видать никого, это все. А, выход. Ну, задание выполнили, в принципе, да.